С начала года в Череповце эвакуировано уже 14 подснежников, главной помехи уборочной техники. 63 автовладельцам выписаны предписания. Время для исправления нарушений – 2 недели. Информацию направляем собственнику уведомления о том, что его автотранспортное средство должно быть убрано, либо по истечении 15 суток оно будет эвакуировано на специальную стоянку. Вот такой порядок. На улице Годовикова эта «Газель» стояла не одна. Два собственника своевременно и правильно среагировали на предписание и убрали машины. Хозяин этой теперь найдет свою машину на штрафстоянке. Вопрос об эвакуации решается комиссионно. Раньше в основном по заявлениям горожан. Теперь к зачистке подключились дорожники. Делаем объезд, записываем номера машин, марку машин. Отдаем списки в департамент, ГИБДД, и вот дальше решается, как эвакуировать. Вывозим и сразу за ними убираем. Кстати, принудительной эвакуации подвергаются и машины, брошенные владельцами под запрещающими знаками. Вот как эта разбитая девятка. Эвакуация предусмотрена согласно действующего законодательства. Из-под знака 3.27 эта остановка запрещена, как в данном случае. То есть данные знаки устанавливаются для увеличения пропускной способности улиц. Водители, которые игнорируют данные знаки, вот две автомашины стоят, мешают движению других транспортных средств. Машины нарушителей тоже эвакуируются на спецстоянку. Как показывает практика, бросают машины на обочине и под знаками те, кто экономит на обычной платной стоянке. Владимир Швецов, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».